Всем привет! Многие ругают Россию за плохие дороги и отсутствие тротуаров. А как же дела в Турции? Давайте сегодня с вами прогуляемся по нескольким дворам Турции и посмотрим, как же дела обстоят здесь. Мы пройдемся по нетуристическим и не центральным улицам и дворам, дабы показать вам, как они выглядят. Давайте же пройдемся! Во многих местах на тротуарах или же на дороге можно увидеть вот такие липкие скользкие пятна. Это из-за плодов шелковицы. Шелковица – это дерево, на котором произрастают ягоды. Они бывают черного или же белого цвета, в зависимости от сорта. Также шелковицу в простонародье называют тутовником. Ну а мы двигаемся дальше по этой улице. Понять, что мы ходим по самым простым и обыкновенным улицам Турции, можно легко. Вы просто можете обратить внимание на автомобили, которые припаркованы по всей улице, а также на дома. Они выглядят довольно просто, как и автомобили.
Кстати говоря, интересное наблюдение, на которое можно обратить внимание. Прогуливаясь по улицам Турции, можно увидеть, что тротуары здесь не заасфальтированы дорожкой, а вымощены из плитки. Вот так вот, постепенно, плавно, переходя от микрорайона к микрорайону, избегая центральных улиц и популярных у туристов мест, мы с вами продвигаемся все дальше и дальше. Ну вот мы с вами прошлись по простым нетуристическим улицам, где живут простые люди. Это видео было не создано для того, чтобы сравнивать две страны. Это видео создано для расширения кругозора. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!